Всем привет, с нами снова я, Феникс Коптарев. И сегодня хочу выпустить видео на фан-аниме, смешные моменты из аниме 78. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Феникса Коптарева и фан-аниме. Если что, реакционер это я, Феникс Коптарев. Ну что ж, давайте начинать. Сайт Ранбокс счастливая. Только нам придется перемотать, потому что мне с рекламы не платят. Перевод в другую школу. Можно сказать, это сродни началу новой жизни. И эта девочка в своей новой школьной форме готова к новым впечатлениям. Первый день в новой школе, а ко мне уже лезут извращенцы? Не увлекайся, чертов! Стоять бояться. Это Desert Eagle Dot 50 AE. Да, батрачу на Гланода! А вы как? А я... по-прежнему кашляю кровью каждый день. Хорошо, что у вас все по-прежнему. Серьезно? Это честь для меня, господин Ханбэ. Я Кидашита Хидеёши, вассал Кланода. Вот оно как. Слухи о тебе быстро расползаются. Естественно, Биру. Победитель Хасисуки Кароку. Строитель замков Суновата. Повышен от нагревателя сандалий сразу за генерала. Слышал, твоя жена отвратно готовит. Только это слышали! Мы с учителем... влюбленные, поклявшиеся жить вместе. Поэтому я отказала тебе. Именно так, Леос. Понятненько. Я ее друг и товарищ по пати. Рад знакомству, Юньон. Юньон? Что? Ты не будешь смеяться над моим именем? Знаешь что? В этом мире бывают имена и похуже. Некоторых люди зовут долбанутая подрывательница, девочка-динамит или того похуже. Это я? Ты сейчас говорил обо мне? Кто дал мне такие прозвища и почему я слышу это в первый раз? Черт! Пенникот же второй год обучения элитного класса! Сама сексуальность просто идеальная, госпожа! Всегда такая тихая и застенчивая. Ей понадобилось уйма смелости, чтобы отдать это письмо. Причитает о том, как все-таки везет некоторым дуракам, но не ему. Че, разве это не твоя фотка? Да, мы с ним похожи. Мама говорит, что с каждым годом все больше. Да ты просто вылитый он! Я уже видел фото отца Мэнда. Они действительно очень похожи. Но есть одно отличие. Шрам у одного через левый глаз, а у другого через правый. Да, вот так. Мне же показалось. Сколько вам лет? Кстати говоря, Асуна, сколько вам? Вас интересует психологический возраст или биологический? Или же интеллектуальный? А может, по восточно-азиатскому счету? Да неважно, просто ответь! Ты какая ж ты молодая, если у тебя возраст в восточно-азиатском вычислении. Похоже, она выбирает между болезнью и женской гордостью. Да вообще, не меня же проверяют. Дедуль, сколько тебе? Перевела стрелки. Ну знаешь, даже как-то не верится, что по дороге в школу можно так сильно загореть. Ты не ездила на море? Ну, вот, гляди. Под школьной формой загара нет. На этой карточке 2 миллиона юаней. Стипендии всех факультетов, которых ты победил, твоя на этот семестр. Для мага деньги отличная помощь. Но ты должен направить свой взор на высший путь. И понимать, что значит быть настоящим магом, какую ответственность он несет.
и в какой ситуации сейчас находится человечество. Так что ты не должен спешить и суетиться. Тут вы можете быть спокойны, я не остановлюсь на среднем уровне. Задел, дорогой, а что теперь? Наверное, ему тяжко каждый раз так. Что поделаешь, давай ко мне. Ага. А мне подвинуться? Сейчас полегчает. Ага. Так ему будет полегче, будто бы не обратил внимания. Нет, с ней точно что-то не так. Это же она меня встретила. Ну ладно, начнем. Да. Для начала насчет ударов по директору. А? У него слабая челюсть. Меня кушать. Когда входит посетитель, говоришь «добро пожаловать», только громко. А когда уходит, говори «спасибо, ждем вас снова». Ага. И когда клиент уйдет, убираешь все со стола. Да. А потом прямо директору в челюху. Хоры кормить котов у ресторана. Казума. Да, это я. Скажи, тебе удобно? Твои ножки такие приятные и еще невероятно мягонькие. А смотреть на твое смущенное лицо вообще бесценно. Вот как? Ну, тогда всегда пожалуйста. Ошейник, исполняющий желание, просто потрясающая вещица. Так искусно для парня. Все равно такая милая вещь, как я, не может быть девушкой. Так ли это? Ты говоришь, это перед реальной привлекательностью. Ох, моя нога соскользнула. О нет, я промокла с ног до головы. Почему они не нарисовали меня с большим усилием? Каждому больше по душе милый мальчик, а не озабоченная. Чертов умник, я не озабоченная. Ну не здесь же. Найди другое место с тем же запахом. Понял? Похоже, он хочет поиграть. Шустрое облачко. Найди его. Он подчиняется кому с первой встречи, но меня не слушает. Но другого выхода я просто не нахожу. Именно, Танукичи. Кроме тебя на такое не способен никто. Да. Танукичи, развей-ка мое последнее сомнение. Какое? Ты любишь пошлые шутки? Как говно! И как ты собрался на этом обогнать меня? Целителя! Скорее! Точно синяк останется! Чего? Чего? А, это не я! Обманщик! Извращенец! Животное! Теперь понял? Те, кого я поцеловал, больше не видят меня. Вот что это за сила. Проще говоря, для них я невидимка. Крутотень! А то. Я Алмина, маг из организации «Октябрист». Магистр приказал глаз не спускать с вас, скитальцы. Помогите кто-нибудь! Ни слова не понял. Этот дурень ничего не понял. Говори так, чтобы все поняли. Вы издеваетесь? Да. Кого дураком назвал? Голову тебе не отрубить? Она права. Ты достоин звания отрицатель голов. Стал вашим слугой. Это одна из обязанностей хранителя божества. Я вспомнила! Значит, это не было сном. Я насильно поцеловала Томоэ прошлой ночью. Где Томоэ? Он уже некоторое время сидит по правую руку от вас. Эй, а почему у меня только 2 балла? Это я еще пару лишних баллов тебе накинул. Будь благодарнее. А себя на сколько оцениваешь? Ну, разумеется, на 1000. Так это было 2 из 1000? Да иди ты, петушара крашеная. А у тебя вообще не прическа, а сыр-косичка. Не гони на сыр-косичку, с пивом самое то. Че? Вот как? Однако, какой разврат. Попрошу без комментариев. Теперь этот кадр будет просто идеальным.
Что? Твоя грудь такая манящая, что я... Актись! Ты пообещала, что не будешь смотреть! Я сказала, что поняла! Стой! Стой! Ну что ж, всем спасибо за то, что за то, что посмотрели со мной эту реакцию. И подпишитесь на меня, Феникса Голтарева, и на фан-аниме. Ну что ж, всем пока.